Минувший 2020 год для работников жилищного ремонтно-эксплуатационного управления был непростым. Пандемия и ее последствия стали поводом переориентировать денежные потоки, изменить график ввода объектов, исходя из возможностей самих служб. Однако работа все же велась. Получив определенный организационный опыт, специалисты ЖРУ сформировали свою стратегию деятельности на 2021 и выделили 28 объектов, которые уже в этом году получат новый внешний вид. В 2021 году запланирован капитальный ремонт 28 жилых домов. На эти цели направлено порядка 14 миллионов рублей, которые включают в себя отчисления населения, это порядка 6,5 миллионов, и городской бюджет на эти цели направил 7,5 миллионов в этом году. В настоящее время один объект введен в эксплуатацию, по 7 объектам ведутся работы. Все 28 адресов – это объекты, нуждающиеся в комплексной реновации. Предварительно каждый дом обследовали представители местных ЖЭСов, которые выявляли проблемные участки и определяли самые острые темы. Так, по каждому адресу удалось сформировать перечень основных видов работ, а также заложить необходимые для этого денежные средства. Виды работ, которые входят, это капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада, в зависимости от его материала, либо это 100% стыки стеновых панелей, либо это где-то штукатуривание фасада с нанесением защитно-отделочных составов и покраской. Все зависит от того, в каком состоянии на сегодняшний день находится тот или иной жилой дом. Также в капитальный ремонт мы делаем балконы, в зависимости от состояния замены ограждения, без замены ограждения, замены инженерных сетей, устройство автоматической подачи и регулирования тепловой энергии, замена электрощитовых, ремонт отмостки, цоколя, входных групп и замена осветительного оборудования в подъездах. Замена оконных дверных заполнений в подъездах также входит в капитальный ремонт на сегодняшний день. Один объект уже сдан. Капитальный ремонт в доме по улице Набережной Франциско Скорины был начат еще в 2020-м. Постепенно представители строительных организаций переходят к центральной части города – объектам по улице Мицкевича, Кирова, бульвару Космонавтов.